такое спросить у тебя. Такой вопрос меня мучает, буквально в смысле этого слова. Ты помнишь французский фильм «Игрушка» с Пьером Ришаром? Конечно, помню. А музыку из этого кинофильма? Владимир из Замбии. Даже, наверное, помнишь, как она называется? Космо! Космо! Мелодия из кинофильма «Игрушка» исполняет Юлия Розарова. Встречаем! Давайте, давайте поддержим громкими аплодисментами! Подарок нашим исполнителям в этом замечательном зале.